Привет, Илья. Впереди выходные. Какая у нас предполагается культурная программа? Здравствуй, Татьяна. 15 апреля в субботу в музее-заповеднике Горки-Ленинский школа-студия эстрадного вокала «Звездная река» дает концерт под названием «Хиты зарубежной эстрады». Начало концерта в полдень. Еще одно мероприятие для меломанов состоится в детской школе искусств города Видное. В 12 часов начнется концерт оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища. А для совсем маленьких зрителей в этот день в центре досуга Дроздова покажут кукольный спектакль «Принцесса Крапинка». Постановку привез Московский областной государственный театр кукол. Начало в 17 часов. Перейдем к воскресенью. 16 апреля в Центральной библиотеке ядерный концерт в исполнении молодежной группы «Колба». Начало его в 15:00. Вход свободный. И в заключении о кино. В кинотеатре «Искра» премьера «Жена смотрителя зоопарка». На экране художественная версия реальной истории отважного подвига смотрителей Варшавского зоопарка Яна и Антонины Жабинских, давших убежище и сохранивших жизнь более чем 300 евреям во время Второй мировой войны. Ежедневные риски и опасность осложняются для Жабинских взаимоотношениями с бывшим другом семьи, а ныне высокопоставленным нацистским чиновником Луцем Хеком, влюбленным в Антонину. На этом все, и я прощаюсь с тобой и с телезрителями. Насыщенных вам выходных!